Всем привет, друзья, с вами мы сегодня мы рассматриваем моду. И почему я снимаю сейчас оперу? Потому что я устанавливаю Smart Moving. Я вам сейчас покажу, как его установить. Так, для начала качаем мод Minecraft Forge. Мы это сделали. Потом качаем Player API. Вот он, Player API. Это, то есть, фигня для того, чтобы... это для мода Smart Moving. Так, так, вот у наш Player API. Открываем .minecraft, bin, Minecraft, с помощью WinRAR'а. Так, секундочку. Вот он. Открываем Player API, здесь у нас все есть. Так, кидаем его вот сюда, вот, окей. Закрываем, и вот у нас Smart Mode. Так, нажимаем назад, и мод, вроде так. Player API закрываем. Архив с модом положите в папку Minecraft. То есть мы кидаем именно архив, не папку внутри. Так, это все я кину. Это все, короче, будет у вас под ссылочкой. Под видео, точнее, да. Да, открываем выпуск. Ну, это у меня выпуск. Запуск. Теперь запуск, выпуск, запуск. Это моя вторая часть. Так, интергейм. Не знаю, как пользоваться смарт-мувингом, но я знаю то, что им пользуются все. Так, сейчас у меня вроде откроется на FC-экран, поэтому вы не увидите. Сейчас я поставлю на паузу. Так, все, вот мы залезли, тут mods, и вот он наш смарт-рендер и смарт-мувинг. Нажимаем ОК, одиночная игра. Играть в новом мире. Не, ну немножко я помню то, что потому что я играл в Minecraft Friends. Вот Smart Moving установлен на Medium. Окей. Сейчас, подождите, сейчас я отключу музыку. Также я вам тут показывал Crafting Grid. Так, что мы можем делать? Нажимаем Shift и Ctrl. И вот мы лягли. Это активируется на Shift-Ctrl, запомните. Вот мы тут сидим. Окей. Теперь можно нажать Shift и V. Это мы ползем. Потом, например, мы хотим забраться вот на это вот здание. Правильно. Нажимаем Ctrl. Ctrl и пробел. Не помню. А, здесь можно высоко прыгать. Нажимаем вот так вот и фук. Тут только что-то я не понял. Почему мы не можем прыгать? Ой, лазить по стенкам. Наверное, лазить по стенкам нельзя. Короче, команды. Shift, Ctrl, лечь. Shift, V, идти. Также здесь можно вот так вот, вот тут плавать. Вроде да. Вот так вот ложимся, и мы вот так вот плывем, вот так вот. Да. Все так и есть. Например, давайте поломаем тут. Например, мы прячемся от зомби или от какого-то там другого моба. Так вот залезли, и все, у нас не найдет, и сидим до утра. Можем, кстати, построить дом. Окей, это были мои моды, друзья. Это был Smart Moving. Всем пока, это был мод на 1.5.2. Правда говорю, 1.5.2. Всем пока.